Чубан Федор Андреевич, младший лейтенант, погибший в бою. Добрый день, многоуважаемая жена Моти и дети Оля, Витя, Вова и Шурочка. Моти, письмо твое получил, которое было написано 29 апреля 43 года, за которое сердечно благодарю, из которого я узнал, что на тебя Григориха клеветала и хотела посадить, но ей номер не прошел. Теперь за ложные показания привлекли ее. Олечка, дочь моя милая, пишет, чтобы я выслал вам фото. Я давно выслал. Похудать я не похудел и не постарел. Какой был, такой и есть. Вари, Мотя, побольше картофеля, потому что сама знаешь для чего. Но, Мотя, все же победа близится с каждым днем. Скоро-скоро настанет час разгрома этой коричневой чумы. Передай привет маме, папе, Нюре и всем родным и знакомым. Мотя и дети, до скорой встречи. Пиши ответ. Писал Федор Андреевич.